Добрый день, друзья. Мы видим с вами, поговорим о таком порядке, как Реновато. Это новая криптовалютная биржа. Реновато – это группа криптовалютных и форекс трейдеров, создающих уникальную передовую мультикриптовалютную биржевую платформу с инновационными функциями для трейдеров. То есть это наша инфункциональная криптообменная платформа нового поколения предлагает расширенные торговые функции, которые позволяют пользователям следить за торговыми путями их любимых трейдеров на одной платформе. То есть, проще говоря, следует за трейдерами на этой платформе. Пресейл какой-нибудь 14 дней, 15 часов. Вот купить токены можно. Байлинг токен. Давайте пойдем дальше, посмотрим, что у нас есть. Используем фиаты криптовалюты. Пакетная платформа. Торгуйте криптовалютам. Форекс. Особенности акций легко с помощью Реновато. То есть с помощью данной платформы. Криптовалюты и фиат. Быстро, когда используете Renovate сервис, что для беспрецедентного опыта. Торгует форекс с помощью Renovate. Имейте сток одному на популярных парах. Опять к одному для крипто. Можно купить токены. Реновато предлагает 100 токен мировым классом биржи. Беспрецедентным сервисом. Все токены также доступны. Бонус для участников. Токен сейва. Глобальное инвестиционное распределение. Можно торговать из любой точки мира. Получать ли это максимальный профит? Ответ на популярные вопросы. Давайте посмотрим с вами больше на информацию о самом ICO. Вот тут видим процент бонусных токенов. Пресейл видим 25%. Одна первая неделя 15%, вторая неделя 12%. То есть чем ближе к окончанию, тем, соответственно, меньше бонус. Купить токен, нажать кнопку, если вы собираетесь покупать токен данного проекта. Они стандарта ERC-20, то есть вообще не эфириума. Это 1 ватт токен 8 центов. Фэппейпер давно не подчеркнул опции реферал баунти. Информация о команде. Можно посмотреть модерицующий ваш член команды. Дорожная карта. Видим, сама идея платформы в августе 2017 зародилась. На в феврале 2019 стране криптокомпании формирования. Пресейл токен сел февраль, март. Майн токен сел и запуск платформы. Видим, март 2019 года. Апрель исключение за... Вращение токен сел. Такой вот проект, а инвестировать нет, это лишь решать вам. Все ссылки на этот проект будут в описании под этим видео. Также я рекомендую посмотреть видео об этом проекте. Вот видим, watch видео. Вот. Всем спасибо за просмотр и всем пока.